Ой, друзья, пришел этот момент, наконец-то. Я говорила не раз, что Российская Федерация находилась на территории Донецкой и Луганской области 2014 года, что военные РФ обстреливали Украину, то, что все наши заводы украинские вывозили, это все кралось на территории РФ. Что вы мне говорили? Сколько тебе заплатили? Выздоравливай, все ты врешь. Пригожин сегодня это все подтвердил. Так кому заплатили? Так кому нужно выздоравливать? Так кто здесь оккупант Третьего рейха? Берем попкорн, друзья, и наслаждаемся. Ибо там назревает настоящая гражданская война, а не инсинуация, которую они устроили на территории Украины, прикрывшись операцией под чужим флагом. Це буде Україна.